Дорогие друзья, продолжается четвертый раунд пресс-тура по Донбассу. Мы, дорогими братьями, везем журналистов из Турции, Италии, из Саудовской Аравии, из Китайской Народной Республики. Одним словом, из различных стран по поручению главы республики Рамзана Кадырова проводится информационное сопровождение специальной военной операции на Донбассе. Так, все собрались у нас? Как поручил президент страны, завод, вся его территория, она блокирована. И беспокоиться не о чем. Я хочу поблагодарить вас, всех тех, кто рискует жизнями, всех журналистов, мировых, кто говорит правду, которые бывают на линии огня, на фронтах. И чтобы узнать правду и эту правду донести до мирового сообщества, большое вам всем спасибо. Я вас очень прошу, где мы, где кто бы ни был, всегда будьте журналистами. Журналист — это достойная профессия, это достойнейшие люди. Нам, бойцам, не трудно там на позициях что-то там воевать. Это абсолютно тебе понятная ситуация, где враг, где ты, как это решить эту проблему. Но вы рискуете больше. Мы вас очень просим, как говорит Рамзан Ахматович, нам больше ничего не нужно, только говорите правду. Правде сила, Ахмат сила, Аллаху. Ахмат сила! Аллаху Ахмат! Мы помогаем с первых дней, то есть с самого начала, вот насколько можно было заходить в Мариуполь. Вы знаете, что и глава республики был в Мариуполе, и увидев ситуацию, он, конечно, еще чуть-чуть нам ускорил процесс. Вместе с нашими бойцами, практически с самой передовой, мы оказываем такую помощь. Вот кто разная нам помогает, это чечены. Я разговаривала сама с Кадыровым. Да, вот, да. Рамзан, я разговаривала, да. Я говорю, не полковник, а генерал. Я говорю, да, настоящий хозяин. И мы разговаривали с ним. Я говорю, я знаю, что вы человек слова и вот хозяин. Вот. Самый настоящий. И вот нам благодарны. И мы к вам большой душой. Только вы нам помогли. Поверьте, мы тоже к вам. Я вам говорю, только вы нам помогли. Что, не правда? Правда.